То, что раньше казалось мечтой и отдаленными перспективами, теперь реальность. На собственную квартиру не нужно копить годами или ждать выигрыша в лотерею. Застройщик Еврострой Ализа разработал уникальное предложение для тех, кто хочет изменить жизнь к лучшему. Купить свое жилье теперь выгоднее, чем снимать квартиру и отдавать существенные суммы за аренду. Конечно, вы спросите, почему. Сейчас все разложим по этажам. Начнем с элемента будущих квартир, которые помогают сохранять тепло и беречь тишину – окна. Наша компания с прозрачной технологией более 10 лет на рынке производства прозрачных конструкций. Мы зарекомендовали себя как надежный поставщик. Работаем только с оригинальными проверенными материалами, комплектующими оригинальными. Чем же отличаются окна в этом доме от своих собратьев в других постройках? Ну, во-первых, это экологически чистый продукт, который выполнен по немецкой технологии и получивший самый высокий класс качества. Второй не менее важный факт – толщина стеклопакета 40 мм. Это позволяет самую морозную погоду сохранять в квартире тепло, а жителям сэкономить на отоплении. За счет того, что профиль качественный, то он не желтеет со временем. То есть не будет такого, что сегодня там год, два, три вы пожили в квартире, где хорошее красивое окно, а потом все пожелтело и уже вам не доставляет, скажем так, того эстетического удовольствия, как это было раньше. Но чтобы еще теплее и комфортнее было будущим владельцам квартир, застройщик в прямом смысле не экономит на системе отопления. Хозяева смогут сами регулировать температуру внутри помещения и беречь ее благодаря теплосчетчику. В этом доме установлен стальной панельный радиатор фирмы «Прада» с нижним подключением. Разводка выполняется из металлопласта в гофрированной трубе. Подводится к каждому радиатору. Перед каждым радиатором установлен будет термостатический элемент. Безопасность, низкая цена и высокое качество. Чем еще готов удивить инновационный дом на Горького 41, расскажем в воскресенье в итогах недели ровно в 20:30. Не пропустите. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.